Если вы давно мечтаете самостоятельно путешествовать, то вам просто необходимо подписаться на молодой канал «Туристы». Ребята снимают влоги о самых популярных туристических направлениях, дают очень много полезной информации для начинающих, так и для опытных путешественников. Ссылка в описании. О сексе говорят и пишут везде и всюду, причем постоянно. И сложно уже на эту тему что-то сказать, чтобы удивить кого-либо, но все же я попытаюсь. Исследования показывают, что мужчины и женщины не могут быть просто друзьями, если общаются чаще нескольких раз в неделю. Когда женщина испытывает оргазм, у нее временно отключается миндалина в мозгу, отвечающая за такие эмоции, как беспокойство и страх. Привычка ходить в туалет сразу после секса снижает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей. Арбуз содержит аминокислоту цитрулин, которая не только хороша для сердечно-сосудистой системы, но и позволяет повысить уровень сексуального влечения. Срок годности латексных презервативов составляет около 2 лет. Ученые знают случаи, когда сперматозоиды оставались живыми и, следовательно, готовыми к оплодотворению спустя 8 дней после эякуляции. Первый секс у девушек в 17 лет, а у ребят в 16 лет. Но это среднестатистический показатель по миру, все, конечно же, зависит от самого человека. Оказывается, оргазм – это автономный рефлекс нервной системы. В литературе описаны даже коленные оргазмы. А автор речи встречала женщину, которая получала оргазм каждый раз, когда чистила зубы. Эти рефлексы работают даже на мертвых, когда мозг уже мертв, но тело обеспечивают кислородом, чтобы впоследствии трансплантировать органы, можно ткнуть в определенную зону электродом, и тело получит оргазм. Дело в том, что сексуальные потребности мужчин и женщин во многом зависят от их возраста. В 35 лет женщина хочет гораздо больше секса, чем в 20. У мужчин же все наоборот. Пик сексуальной активности приходится на 20-25 лет. С 30-летнего возраста сексуальные потребности мужчины начинают снижаться. И если они с женщиной ровесники, он перестает отвечать ее потребностям. И если вам было интересно, то обязательно поддержите этот ролик лайком.